Тран-тран, с вами Ариран, мультиреакция. Сегодня на новинки кей-попа не только, конечно же, читаю сообщения, которые вы мне присылаете по донату. Валюшка Лива, как обычно, заявочка от тебя. Читаю. Обожаю творчество этого человека. И опять у нас миллион сердечков. Желаю всем душевного спокойствия. Спасибо большое. Это у нас Woods Waiting называют. Чо Сын Йон. Это его имя полное. Прочитал на корейском. О, у нас клип очень вытянутый получился тут. Да. Смотрим. Ну давай, парень, чем ты нас побалуешь сегодня? О, сразу красивыми кадрами близкими. Мне нравится эта гитарка. О, как он так еще лежит, знаете, прям лежит. Мне очень нравится его малет. Я очень долго разглядывала его фоточки, которые выходили к альбому. Он прям опять как будто у меня такой прям совсем другой. О, песня такая интересная. А, какие нотки. Боже, какие красивые ноты. Он там был с пушкой. А что такое? О, подождите, я не думала, что клип у нас будет прям вот такой. Делать, как будто бы хочет бежать спасать. Посмотрите, как он играет. Слушайте, не всегда в фильмах дорамках можно увидеть вот такую проникновенную игру. Мне так нравятся разные уровни голоса. И тут ему так красиво. Блин, теперь будет один из моих любимых образов. У нас немножко психодел. Не там, где он в белом бутылке, не знаю, да, как будто бы в разных образах разные душевные состояния у него, что ли, не знаю, не пойму. Вот, и мне вот нравится, как он играет, где он в светлом, вот тут. Ну, правда, идет такая прическа. Он кричит. Класс. Я не знаю, что. Или клип класс, и песня класс, и он классный, и голос классный, и музыка. Прям удовольствие, ребят. О, устал. Девочка. Ай, он как будто бы ее боится. Когда слушаешь песню, не скажешь, да, что настолько... тревожная атмосфера в клипе. Она как ангелочек прям. Боже, какой переход! Я не могу! Как будто бы разбил, знаете, когда стенку или зеркало в лупе от кулака. Он сейчас откроет ей дверь. Даже вот эта вакация просто с песком, ее так красиво подсветили, так красиво сняли. Его там так красиво одели. Ну и где ты, мадемуазель? Или он просто вышел? Блин! Я не поняла, что это было такое? Это он себя, он ее? Или это может он просто это дверью в подъезд так хлопнул? Я буду думать так, разрешите? Я не знаю, мне очень-очень понравилась песня, она прям великолепная. Его вот это о-о-о, я бы, наверное, могла бы по кругу вот мне вырезать просто и ставить. Раз 500 пересматривать, вот честно. Переслушивать, я имела в виду. Мне понравилось все от и до, мне полностью понравился клип, мне понравилась атмосфера, ну, хоть она и грустявенькая, но это было так эстетично, и он так натурально обыгрывал эту драму какую-то в нем. И песня звучала шикарно, классная аранжировка. И у него красивые ноты, и у него красивый голос, и мелодия, короче, все мне понравилось. Обалдеть, ребят, ну правда. Мне кажется, теперь это будет один из моих любимых у него релизов, хотя у него таких вот любимых у меня релизов достаточно много. Валюш, большое тебе огромнейшее спасибо за заявочку. Читаю следующую. Мне у девчонок очень понравилась хореография. И я вижу там бомбу, взрыв и много восклицательных сердечков. Но к тебе присоединилась, угадай кто? Светлана.
пишешь, Светик: «Приветик, девчонки вернулись и классно!» В один момент мне напомнил мультик «Винкс». Кто это? Вы уже догадались? Если не знали, но мне кажется, догадались, потому что это Эспа, и это вот получится третий их релиз, ну вернее второй камбэк, я, короче, уже все запуталась. Татьяна Г. пишешь: «Привет, Ари, камбэк у самых младших из семьи СМ, клип классный, все постарались на славу, а их альбом вообще бомба, всем советую послушать, спасибо». Танечка, и тебе огромнейшее спасибо, а теперь смотрим. Savage! Девчонки предложили нам посмотреть вместе. Смотрите, там мама. Oh my gosh. Ух ты, блин. Don't you know I'm a savage? I'm a killer. Ух ты, какая Карина неожиданная. Классно двигается. У них постоянно какая-то неожиданная музыка. О, класс момент. Мне не все нравятся решения режиссерские. Но в целом это прикольно, гляньте как. Вот это мне, наверное, локация не сильно зашла. Но они такие тут, посмотрите, прям реально куколки. Нин-нин. Нин-нин, прикольные хвостики. И тоже такая прям, это, винтер. Правда, куколка. Я не могу. А как звучит. Хорошенько. О, сыну заставку надо, тот кадр с ним. Тыщ, тыщ. О! Чувствуется, что пробует SM на своих артистах какие-то, ну, такие неожиданные решения. Я простряла слова. Мне нравится, как Карине подобрали здесь волосы. Она как будто бы она, но как будто бы не она. Привет! Очки сейчас модные, крутышка. Ой, мало было ее. Вот это такая локация часто сейчас встречается у девчонок. О, блядь. Обалденно у них голоса звучат, скажите. Перчатка шикарная. И вот тут она прикольная. Мне кажется, с Жизель меньше всего каких-то выразительных кадров собрали. Она переданная такая прям лапулька в танцевальных кусках. Слушайте. Альбом заверсится. Во! Это ж вы помните, у нас группа из 8 человек. Как сказал Лесуба нам когда-то. Да. Прикольно, знаете что? Что реально девочек Эспа постоянно новые образы, переодевания, все такое. А, и Эспа. Они постоянно в одних нарядах. Так, это вот это из их вселенной. Та, которая какая-то там была, да, такая, что-то где-то в этом то ли в фильме. Тот случай, когда это не просто красивая картинка и дорогая музыка, да? Но это чувствуешь, что девочки реально по вокалу, по своим танцевальным способностям очень профессиональны и талантливы. Еще сразу. Тут у них, кстати, уже такие немножечко другие костюмы, да? Слушайте, Нин-Нин, да, прям мощная вокалистка. Я, короче, не успеваю каждый новый образ, в каждом новом образе всех девушек рассмотреть. Очень много. О. Знаете, прям чувствуется, как будто бы они хотели максимально показать вокал и мощь эту. А мне понравилось. Я еще не читала отзывы вообще людей по поводу этого релиза, еще не натыкалась, что как. Но мне вначале не все нравилось, знаете, что-то мне казалось недостаточно выразительным, что ли. Но когда я посмотрела весь клип целиком, у меня сложилась одна общая картинка именно вот такой концепции. Да я имею в виду даже
просто от светокора, вакации, движения камеры, позиционирования себя. И мне теперь все сошло. Короче, мне понравилось. Ну, знаете, сейчас я думаю, что будут многие сравнивать с их предыдущими релизами, а мне кажется, они вроде бы в одном ключе работают, но все работы у них разные. Да, мне так показалось. Чьи образы? Мне максимально понравилось Нин-Нин. Вот этим вот мне не дохватило образов. У Жизель, я уже сказала, в некоторых моментах, особенно там, где они приседают в хореографии, у меня так волосики летят. Прям там она мне бросилась в глаза, хотя она стоит на втором плане. Карина с двойными линзами. Также Винтер, она была, ну так, приблизительно, да, то есть у нее вот это каре как-то, что ли, ограничивает ее образ, во что бы ты ее не одел. Но в целом, да, ей идет. Но все-таки, наверное, она для меня более... даже неузнаваемая, а более яркая была все-таки в блонде. Мне казалось, что ей очень идет, прям как будто бы она родилась блондинкой. Но хорошо, так ей тоже хорошо. Когда ты хорош с собой, то, мне кажется, практически все будет подходить, сложно испортить. Я не к тому, что... Ой, все, ладненько. Правда, релиз зачетный. Что касается песни, понравились, очень порадовали вокальные партии. Я уверена, что от дальнейших моих прослушиваний она мне засядет и заест прям капитально. Уверена, что очень будет много тиктоков, каких-нибудь челленджей и прочего-прочего. Поэтому мне кажется, что в принципе достаточно успешно получилось все здесь. Хотелось бы увидеть результаты, да, я уже видела статистику по предзаказам, она на высоте, девочки ставят новые рекорды, и ждем, конечно же, отчеты по самим уже непосредственно продажам. Поглядим! Переходим к следующей заявочке. Светланчик, хочу посмотреть вместе с тобой клип Golden Child Дидара. Так я прочитала. Хоть всего две локации, но черно-белый придавал ЧБ, придавала шарм клипу. Всем хорошего настроения и не болейте. Да, я присоединяюсь. Давайте не будем болеть и будем выздоравливать, если кто-то приболел. Хорошо. Поглядим. Танюш, пишешь ты, мальчики в костюмах – это нечто. Очень нравится в клипе переход от ЧБ к цвету. Музыка шикарная, ну и хореография отпад. Спасибо. Танюш, спасибо тебе за заявочку, поскольку пришла после того, как я уже сняла, поэтому передаю тебе вот так приветик огромнейший за кадром. А теперь смотрим. Улим! Интертеймент! Ну да, я согласна. А я еще люблю, когда именно такой черно-белый. А, там такой красивый кадр был с камерой, где он просто стоял и смотрел, как будто бы он снимает, да? Что я вам скажу по поводу этого ЧБ? Очень хочу успеть. Вот этот кадр мне нравится. Но я и могу не успевать. Да. Короче, потом скажу. Ох ты. Ох, как глядит на нас, а? Что это за игра такая? Если кому-то в лоб. Блин, а мне же страшно, что мы сейчас по макитре заедем. Одна у пипельного малыша, у него там прикольно такой торчурки на голове, короче, делает его образ каким-то таким миленьким. Песню слушаем. О, вау. Я не пойму, вы там что-то против друг друга имеете или наоборот? Ростучок. Ну, тут прям отдели их, как каких-нибудь баронов. Красиво как было. Ух ты, ух ты, о, воу, воу, воу. А тут не сильно и чувствуется, что мало кажется так. Боже. Какой харизматичный, да? Ого! Так, у них где-то были статуи в клипах уже, я помню. Все разлетались до куски. Кадры, когда так снимают ноги, кажется, 3 километра. Сразу себе хочется ноги. Абсолютно согласна, там такой пончик, печенька. Абсолютно согласна, что ЧБ здесь придало нужную эстетику клипу.
Вау. Вот это кадр был, извините, подождите. Ну, нам же хотели показать ноги 3 километра и туфли крутые, правильно я поняла? Слушайте, ну это прям фишка в хореографии. Мне кажется, настолько будет запоминаемо. Порой иногда вот такой одной фишки достаточно для того, чтобы сделать из песни хит и привлечь к себе массу внимания. Извините, вот тут главная партия. Я все слышу, если что. О-о-о-о-о-о-о-о. Я правда люблю его голос. Хорош. Слушайте, глаза у него просто, я постоянно вижу, влюбляюсь в него. Да, и в песне такие фишки какие-то есть, эдакие. Короче, вот я что решила, значит. А что там у нас за попрыгульки прыгают? Что я решила? У нас есть фишка такая клёвая. Что ж вы творите такое-то? Типа дым красный. Часто красный, Black Mamba. Там был красный дым или не красный? Оп. Опачки, опачки, бабучки. Так давайте все по порядку. Во-первых, что касается ЧБ, как я обещала сказать. Я не люблю ЧБ, посредством которого пытаются исправить низкокачественное изображение или съемку и придать ей какую-то шедевральность. Вот я такое не люблю. Я люблю именно вот такой вариант, когда ЧБ настолько качественно, что ты просто даже не хочешь знать, как оно там могло бы выглядеть в цвете. Это первое. Второе. И в песне, и в хореографии, и в клипе есть изюминка. Не перенасыщена. Вот знаете, во всем есть своя фишка, которая вот одна большая значимая. Вот это вот движение под татаром ногами в хореографии. ЧБ в самой истории, ну и, конечно же, кадры крупные, ну, собственно, это мы уже и раньше видели. И в песне некоторые прям моменты такие заедючие, поэтому, да, мне кажется, все удалось, и я вообще до конца не чувствую. Ну, знаете, тут, может быть, сыграло то, что я вообще, ну, как бы, люблю видеть ребят, особенно вот такие образы очень им идут, и поэтому до конца я смотрела взахлеб, и я бы никогда в жизни не пожаловалась на то, что здесь 2 локации, а не 3, 5 или 10, потому что мне было всего достаточно. Я почти поспевала все замечать, поэтому мне, короче, понравилось. Мне понравилось. И это последний релизик на сегодняшний день, который мы вместе с вами посмотрели. Я передаю Саранхульке, всем-всем-всем, кто пишет свои комментарии, ставит большие пальчики вверх, подписывается на канал. И, конечно же, тем, кто становится спонсорами мультиреакции. Девчонки, огромнейшее вам спасибо. А на этом пока что все. Дождите следующей реакции. Саран-саран, с вами была Риран. Люблю вас, целую.